Российская компания Новотек расширяется в Китае для поиска рынка сбыта газа Реутерс. Российский производитель природного газа, Новатек создает новую команду в Китае для продажи газа в условиях санкций, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Этот шаг иллюстрирует продолжающийся поворот российских энергетических компаний в Азию, особенно в Китай, после того, как война в Украине отрезала им доступ к рынкам в Европе, говорится в материале, отмечается, что работа в Китае может помочь, Novotec, найти клиентов для своего новейшего проекта по производству жижи природного газа Арктик СПГ-2 после введения санкций США. Новотек, в последние месяцы создал в Пекине команду по развитию бизнеса и маркетингу. Новую команду возглавляет бывший руководитель китайского энергетического кредитора, Газпромбанка, Сюиц Зинхай, и она войдет в состав Наватка Холдингс. Это попытка переориентировать портфель на потенциальный рынок сбыта для китайских клиентов, которые смогут справиться с санкционным режимом, сказал один из источников издания «Санкции США против Арктик СПГ-2». 2 ноября проект «Арктик ЛНГ-2» попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики. Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайет заявлял, что Вашингтон ставит цель задушить этот проект РФ. Блумберг писала, что начало поставок газа из новейшего российского «Арктик СПГ-2» будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале Рбк Украина в Телеграм.